Нет, папа. Нет. Ну что? Почему это нет, папа, нет, папа? Ты отказался, потому что плохо играешь на арфе. И знаешь, что тебя выгнали бы на другой же день. Илья, я просто вообще, я разговариваю с тобой не хочу. Как заработать на две комнаты? Слушай, у меня... И два берешь в губа. У меня минимальные потребности за 12.75 объектов. Сегодня чашка, кофе, рюмка ликера. И дешевый седок, и так счастливейший человек в мире. Я тебе... Хорошо, хорошо, могу отказаться от ликера. Или вот на железнодорожном переезде один из нас мог бы попасть на поезд. Интересно, который же из нас? А мне это безразлично. Помнишь, как я тебя любил? Чем тебя и кого надеюсь? Сейчас они темно-зеленые, как вода на дне у прибрежных камней. Говорят, так бывает, когда я очень счастлива. Кто говорит? Люди. Стоим лицом к лицу, а за нашей спиной уже все, что должно с нами произойти.